Знаете ли вы, что без помощи Майка Маркулы мы бы не пользовались современными айфонами? А без советов Уоррена Баффета компания Microsoft не стала бы такой успешной. Именно они были менторами Билла Гейтса и Стива Джобса, чем предопределили современную историю. Хочу перевести в производство и потом уже расширяться. Мы занялись производством итальянских колбасных изделий. Товарооборот, наверное. Хочу увеличить. Я хочу систематизировать свой бизнес. Наверняка каждый из вас хотя бы раз задавался целью стать номер один в своем бизнесе. Но что вас ждет на этом пути? Ошибки, просчеты, недопонимания, разочарования. И как было бы хорошо встретить на своем пути человека, который задал бы правильный вектор и поделился ценным опытом. Если говорить про первую неудачу, их было очень много. Неправильное партнерство, надежда на кого-то. Наверное, я начал работать со строительными компаниями. Было большое желание что-то производить для них. У меня не было прям особо большого опыта. Как строить компанию, как распределять функции. Там проблема, неудача, провал. Там. У нас такого нет, у нас есть опыт. И это стало возможным. 25 менторов будут делиться своими опытом и знаниями с 50 предпринимателями, которые хотят масштабироваться или найти новое направление в бизнесе. Мы запускаем уникальную программу менторства QMF Pro Business в честь 25-летия компании. Ну, решить, да, кадровые вопросы, конечно, трудновато. Сейчас у меня проблема с персоналом. Такая большая возможность для моего личного роста. Хочется создать свое. И мой ментор как раз, он из тех, кто хочет создать новое, а не вот копировать. Мы пригласили лучших бизнесменов Казахстана, чтобы на их примере показать, как преуспеть в собственном деле. На протяжении 8 недель отобранные участники будут прокачивать свои предпринимательские навыки под руководством настоящих экспертов. Собственники сети розничных магазинов, руководители образовательных центров, сети кафе, туристических и консалтинговых агентств. Многие другие наши бизнес-эксперты готовы поделиться своим опытом с участниками новой программы. Когда проект уже создан, он работает, он классный и он нужен людям, значит, он состоялся. Я думаю, что вот такие проекты у меня были, такие истории я проделывала и могу повторить. Вот эта серийность, она делает тебя уже действительно опытным человеком. Это главные наши принципы, по которым мы должны двигаться. Это приведет нас к успеху и не даст нам упасть на дно. Они не только расскажут о том, как правильно организовывать работу компании, но и лично посетят торговые точки и предприятия участников. Менторы проанализируют бизнес, дадут практические лайфхаки и покажут, как добиться успеха. А лучшие бизнес-проекты программы QMF Pro Business будут награждены призами, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски, а главное, пройдите вместе с участниками путь от новичков к профессионалам.